Всем привет! Давно хотел этот трактор поснимать. Вот как-то подвернулся момент. Как раз его в работе и сниму. Прикольно, они буксуют нормально. Давай. Что, нормально? Но не буксует нифига. Ну, так он на блокировку. Так все равно, ну, под низом же скользко. Лётит, да? Не, ну сегодня все равно же, видишь, скользко под низом. Скользко, ну. Ну, нормально. Толкаете, ну вообще. Ну толкаете хорошо. А? Хорошо пихаете. Да? Вот тут ушел снегу. Ну вот чесай. Ну давай, я снимаю. У нас еще один такой трактор есть тут поблизости у деревни, но тоже там не получается его снять. А этот как раз рядом, недалеко на соседней улице. Удобно. Маленький, а? Трёт, согласитесь, неплохо. Ну, я сам первый раз вижу в работе его. Двигатель УД стоит двухцилиндровый. Ну и нормально так тянет. Работает чистенько. Он полностью заводской с этой установкой. Это все заводское. Да, вот где маленькие тротуарчики такие, труднодоступные места, таким хорошо. Но он этим трактором все делается, по огороду все делается этим трактором. Просто у меня не получается поснимать. Садись, что ты катаешься, садись, рулюй. Бабка сегодня не хочет тебе давать проехать? Так я знаю, что он ездит. Дает, конечно, я знаю.
классно, то что гидравлика, лом тут есть. Да, вот кто там говорит, что не умели делать. Да нормальную технику делали. Мини-трактора, все нормальное делали. Похерили все производство. Ну, у нас они просто не так доступны были. Лед под низом, но все равно я хочу сказать, что мой сидовским мотором гораздо хуже с задним отвалом ездил, хоть и тяжелее был. Да, если ему какие цепи на колеса, вообще вещь будет. Ну и без полного привода справляется. Так что я говорю, у нас тут в Беларуси, ну, не всегда этот полный привод надо. Единственное, когда в лес там ездишь, ну или грязные огороды, тогда это да. Нормально, если я хочу наперед, тоже лопату сделать. Задняя малая скорость, видишь, на скорости он хорошо ступит. Не, ну прикольный, конечно. На Михалине там есть тоже одна. Я хотел идти, и делал, но где-то половину я и сделал. Модельный? Да. Ну я два сделал. Базу переворачиваешь редуктора сюда, но ниже будет туда, да? Нет. Ну там может чуть-чуть уже, уже пашет у меня не сеять. Ну да когда пахать будешь, позови. Мне просто интересно, но. Ты куда снимаешь? YouTube. Ну у меня да, видео есть, там же самоделки. Сейчас карбюратор поглядим. Все обидно. А, с этой стороны. Ну, поэтому экономней, но. Чисто работает, ну красиво. Но. Да, и он вечно на мотоблоках, его никто не хвалил. Но красиво, чисто работает. Мне человек сказал. Нет. Ты ж пойми правильно, не тут стал. Два поршни. Два. Не один вот такие, не каждый такие. Ну и он один. А тут два, тут тяговитый. Легенькая рулевая, ну. Ой, это вот тут на шлицах. Во, на шлицах вот это. И поднимает цилиндр же внутри. Гидроцилиндр внутри, да, интересно. Вот, а это что? И он поднимает во эту, за что-то кручение. Вау. И масло забирает же с коробки. Что у коробки масло плещется. А какое масло тут заливаешь? Это и М8. Видишь, и гидравлика, и коробка все на одном масле, да? Да, вот насос, гидронасос. Ну, я знаю. Валу переоди, такие же самые вом. И сзади вом. И спереди вом есть? Да, спереди вом. Вот он пошел. Ну, сильно до конца улицы. Переднюю качаюсь.
другой телефон, снимаю звук, уже похуже будет. Может, и видимость похуже. На том память закончилась. Техника, конечно, интересная. Спрашивал у него, поменял бы на китайца или нет. Не, говорит, проехал на рынке, не понравился ему китаец, на ремнях который. Так что у каждого свое мнение по этому поводу. Снег, кстати, уже более-менее липкий такой становится. Ну, вал хороший. Интересно, передняя навеска, клин стоит. Можно лопату снимать и какой-то навесной агрегат вешать. Ну вообще, блин, да, я вообще такой взял бы домой. И по расходу он говорил, в общем, на год ему от весны и до зимы по огороду там перепахать, обработать огород, убрать урожай и пару чисток снега, в общем, 20 литров. Но я думаю, это за счет этого карбюратора расход намного меньше стал. Так что их, да, похожие выпускали в Гомеле, только чуть другая облицовка была. Жалко вот, что не выпускают до сих пор. Предпочтение совсем другой техники отдали. Но опять же говорю, у нас их сильно мало было. Вообще, я правда, я удивлен. Маленький опрет он. Слушайте, не у каждого самоделка так получается ездит. Ну. Это не буксует, это нормально, блин. Учитывая, что лед попадается под колесами. Кстати, хозяин тоже Андрей, тезка. Блин, как я удачно зашел, называется.
Ну и думаю, достаточно для сегодня. Так видео длинное получится. Ну вот, последний заезд. В общем, всем огромное спасибо за просмотры. Пишите свое мнение в комментариях. Всем здоровья, удачи и до новых встреч!